Привет, Стас. Прошло некоторое время после нашей с тобой последней встречи. Я могу сказать, что очень забавно то, что некоторые ситуации, которые раньше я бы воспринимала как негативные, разворачиваются на самом деле в позитивном ключе. Много интересного. Например, я перестала есть сладкое. Не то чтобы у меня там есть какие-то проблемы с этим. Но дело в том, что мне, честно говоря, надоело просто потреблять очень много всякой ерунды в свой организм запихивать. Поэтому я решила отказаться от сладкого и уже 2 недели практически не ем. Ну, то есть, как бы у меня там была одна шоколадка какая-то пресловутая. Но в общем и целом я такой человек, мне довольно сложно продлить, так сказать, какую-то свою инициативу. И я считаю, что те 2 недели, которые я уже не ем, там сахар и любые сладкие какие-то продукты, я считаю, что это уже очень круто на самом деле для меня. Что еще интересного произошло? Есть какие-то ситуации, да, которые очень на самом деле не самые приятные, скажем так. Я стараюсь к ним относиться поспокойней. Иногда не получается, но в общем, видимо, я реагирую чуть-чуть по-другому, потому что результат не такой, как обычно, а более позитивный и приятный. Не могу сказать, что у меня супер классное настроение, но я думаю, что оно просто такое из-за того, что происходит осознание каких-то некоторых вещей, да, например, с тем, что у меня сейчас нет работы, и это меня беспокоит. Я думаю о том, что надо что-то менять. Начала я с сахара, с самого простого. Надеюсь, что дальше будет интереснее. Вот я покрасила балкон, кстати, сама. Между прочим, у меня чудесный синий балкон теперь. Что раньше, кстати, я бы не стала делать, потому что я бы ждала чьей-то помощи, а я сейчас просто плюнула и покрасила сама весь балкон. Так что спасибо. И все классно, спасибо.